Семена петунии Грандифлора галактики F1 розовый, петуния галактика F1 розовая, высевают в почву в мае либо предварительно используют для получения рассады. Культура завоевала свою популярность благодаря яркой окраске и нарядности. Куст небольшой и мощный, ветвистый, с множеством мелких, гладких зеленых листьев. Цветы средние, 8 см, с двойной окраской, розовый и белый, в виде звезды. Подходит для высаживания на обширные клумбы, так как быстро разрастается. Также отлично выглядит в кашпо, горшках и контейнерах. При благоприятных условиях пышно, непрерывно цветет до морозов. Неприхотливо в уходе. Петуния грандифлора галактика F1 розовая – это однолетнее растение. Петуния прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания петунии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветают петунии грандифлора галактика F1 розовые в месяцы июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.